Привет, опять рыбалка, очередная серия и, наверное, предпоследняя серия в этом сезоне ловли рыбы на поплавочную удочку. Живцы у меня заканчиваются, осталось буквально 10 живцов. Решил попробовать сегодня на этом болоте половить хищника. Не знаю, что из этого получится, смотрите, в общем, увидите сами. Итак, приступаем к ловле. Насаживаем наших пескариков. И начинаем ловить хищника. Одну удочку забросим здесь на окуня. Пускай плавает здесь, а вторую забросим здесь. Оп-оп-оп. Пискари сегодня небольшие, чисто такие окуневые. Больших я всех израсходовал. Так что, ребятки, придется ловить здесь на то, что есть. Так, продолжаем ловить. Итак, ребятки, есть первая поклевочка на этом болоте. Сейчас будем подсекать. Бляха. Надо было больше подождать, как всегда. Блин. Будет еще. Надеемся. У тебя лучше, у тебя одинарный крючок, у меня тройник. Окунь, у него тройник сложнее загладить. Ну, подсекай, пробуй. Ну что, берешь вот удочку и делаешь такой... Нет, наоборот, зачем? У тебя железка натянута. Подтяни леску чуть-чуть сейчас. Теперь делай вот такой вот резкий. Ну не так, чтобы подсечь. Не? И рыбка целая. Ну, сейчас посмотрим. Он тоже зацепился, чтобы закидывать, выше поднимай. Вот, хорош. Стоит.